все готовы? Все на старт. По свистку команда юидовцев, юных инспекторов дорожного движения, выдвигается на автоплощадку. Это практически точная копия участка дороги. Здесь есть и знаки, и переходы, и даже лежачие полицейские, а также свой железнодорожный переезд. Сейчас его преодолевает Артем, участник команды 71-й школы. Пятиклассник участвует в соревнованиях второй раз. Задача звучит просто – проехать по контрольным маршрутам, соблюдая правила ПДД. Ну, сложно то, что... Непонятно было объезжать, как что. А так все легко. На автоплощадке 16 команд из Рязани. Каждая представляет свою школу. Здесь только лучшие из лучших, которые показали наивысшие результаты в своем учебном заведении. На автоплощадке проверка практических навыков. Теорию ребята уже сдали. Для юидовцев это должно быть просто. Юные инспекторы дорожного движения – это первые помощники сотрудников госавтоинспекции, так как дети с раннего возраста изучают требования правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, умеют в интересной и задорной форме другим детям, школьникам, своим одноклассникам рассказать о требованиях правил дорожного движения. Лучшие команды поедут на областные соревнования. В каждой возрастной категории, а их две, победители свои. Юля участвовала в первый раз, призналась, что сильно волновалась. Ну, сначала мне было очень страшно, но потом, когда я уже узнала маршрут и поехала, уже было немного легче. Сама Юля оценивает свой заезд на хорошо. Команда ЮИТ из 40-й школы завоевала первое место в младшей возрастной группе. В старшей победила команда из 63-й школы. Теперь, если команды также выступят на областном этапе, то впереди всероссийские соревнования. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».